Всем огромный привет! Сегодня мы собрались на один пруд, на пикник. И кому интересно, поехали с нами. Едем сейчас по дороге. Сейчас вам покажу немножко окраины. К сожалению, окно грязное. Вот сейчас покажу вам дорогу. Вот так спускаемся с горы к пруду. Там должен быть большой пруд. Едем пока через сосновый лес. Вот мы уже подъезжаем. Почти приехали, но мне кажется, народу много. Здесь вот такой большой пруд. Очень красивый, очень глубокий. Вот я вижу, катаются на лодках. И жарят шашлыки. Ой, блин, народу много. Ну вот такая красота сейчас открылась нам. Люди купаются, ловят рыбу и катаются на лодках. Хотелось бы к ним присоединиться, конечно, если получится. Вот такой простор. Здесь очень глубоко, правда? Поэтому даже страшно купаться. Где-то, отходя от берега, через метра два уже можно утонуть. Но вода очень чистая, потому что она родниковая. Сейчас покажу вам эту воду. Но из-за того, что она родниковая, она достаточно холодная. Но сейчас уж вот согрелась, нормально, можно купаться. Ну вот она такая чистая. Пожалуй, я залезу. Вот сейчас солнце прямо здесь нам светит в глаза, поэтому снимать красиво не получается. Ну вот, разожгли костер, нашли тут немножко дров, но угли мы тоже с собой привезли. Ну вот, с мелким мы решили исследовать пруд и сразу нашли вот здесь улиток. Посмотрите. Ой, они живые. Смотри. Сына, посмотри. Они живые. Вау, какая прелесть. И их здесь много. Ой, они живые. Вот то же самое. Целая семейка. Ой, вода теплая, надо купаться. А вот я еще тут нашла. А это не живая, пустая. Куда, куда от меня убежал? Я все равно тебя поймаю. Ой, холодная. Вот такие камыши мелкие. Ой, вода, конечно, холодная. Я еле-еле захожу. И дно здесь такой ил, поэтому сразу грязная вода становится. А вообще она чистая. Ну вот на лодке катается. У нас лодки нет. Ребят, кто со мной? Это Минкря. Чурма Мин только. Нет, им. Вот-вот рыбки, рыбки плавают. Вау, как их много. Мелочь, короче. Вот у нас первая партия подгорелых купат готова. К сожалению, они подгорели. Следующая партия будет шашлыки из курицы. И вот такой у нас скромный стол. Ужин тракториста, в общем. Ну ладно, нам пойдет. Налейте мне квас. Вот это, стаканчики из фикс-прайса, кстати. Очень удобные для походных условий. Нальешь мне? Алло. Так, у нас варится шашлык. Ну как? Получается у тебя? Вау! Какие ароматы! Морали.
Ну, китмимяля. Чтобы было вкусно-вкусно. Есть, конечно, герои, которые вот далеко заплывают. Молодцы. А здесь глубина где-то 15 метров. Это очень глубоко. А вот и наш маленький. Он устал, наелся и спит. Открой личико, пожалуйста, Ильнаск. Ну, да, я тебя сниму чуть-чуть. Ну, Ильнаск, привет передавай. Вот, молодец. Ням-ням-ням. И все-таки я поймала этот момент. Ну, как вкусный. Это очень не смешно. Это весовой, да, бы? Сейчас попробую. Что-то жестковат, мне кажется. Такой никогда не брали на развес. Вот, такой зеленоватый. Это, по-моему, приправы зеленые. Дай вилку, а? Нет. Это такой шашлык был бескостный. Куриное мясо без костей. Ну, давайте тогда руками я полезла. Мне никто вилку не дает. Нормальный. Солоноватый немножко. Солнце садится. Закинули мы удочку напоследок. Попробуем что-то поймать. Ну, по-моему, здесь рыбка мелкая. Так хорошо, так тихо. Отличное место для отдыха. Можно отдохнуть душой и телом от суеты, от жары. У нас очень жарко, за 30 градусов в последнее время. Невозможно терпеть. Дома вообще такая жара, просто хочется куда-то свалить. Вот, поэтому по вечерам мы куда-нибудь или на дачу, или на природу. А здесь так хорошо, так здорово. Решили напоследок покормить рыб остатками хлеба. На них мелочь собирается, так интересно смотреть. Но я уже больше не хочу в воду лезть. Сейчас уже темнеет и как бы уже холодно стало. Вот они приплыли. Ой-ой-ой-ой-ой. Целая пирушка. Ильнаска, что, домой? А или купаться будешь? Ну, рыба здесь не клюет. Или просто не рыбный день. Не получилось у нас ловить рыбу. Но все равно хорошо посидели, отдохнули. Все счастливы, все довольны. Шипит, кипит, пузырится. Это красота. Все, это уже последняя партия. Скоро домой. Лягушки кричат. И народ потихоньку уезжает. Смотрите, какой красивый закат. Что ж, мы скоро уезжаем. Я была рада, что вы были со мной в этот прекрасный вечер на этом прекрасном месте. И до следующих встреч. Пока-пока. Блин.
Блин, ехали-ехали и заблудились. В трех соснах. Не по той дороге поехали. Ура, видим огни. Все-таки надеемся доехать. Сандугашым күңілді сқалдырып, сайра еркем сенде шулай, ерегімні яндырып. Жырлы білесің шулай? Конечно. Здесь. Мы почти у дома. Там баранда. Это еще курил. Что она? Что пересылаем? Вот это бассейн у нас через дорогу. Как-нибудь возьму вас туда с собой. Как? Как только соберусь. Опа. Все, это уже наша улица. И не кушать того, наверное, не тупима. Улица. Я имею в виду, что могут.